местные компании, которые, наверное, начинают свое развитие еще такое в европейском формате и пришли сюда заявить о себе. То есть, компании-гиганты, да, это как белорусские железные дороги или там портовые компании, которые представляют здесь Клайпедские порты, Рижские и так далее. Ну, это глобальные игроки, они нам известны, да. Поэтому в первую очередь, конечно, присматриваемся к чему-то новому. Новые компании, новые какие-то технические решения, что-то в IT-разработке. Они как бы тенденции все одни и в Европе, и в Беларуси, и в России. Ну, каждый рынок имеет свою специфику, какие-то фишки, поэтому, да, интересно, что предлагают коллеги в IT-сфере. Приглашаю всех потенциальных партнеров, коллег посетить стенд компании Hegelmann Transport, крупной европейской компании с общим транспортом 2000 машин. Вы можете посетить нас на выставке «Транспорт и логистика» в Минске со 2 по 4 октября. И это уникальная возможность увидеть здесь состав нашей компании, представленный как отделом маркетинга, так и отделом транспортным. Задать свои вопросы абсолютно любые, которые вас интересуют, в том числе, возможно, по каким-то законодательным моментам, потому что законодательная база Европейского Союза рожнится от белорусского. Это хорошая возможность провести день в кругу коллег, узнать новые тенденции в транспортном мире, вот, и провести хорошо время в профессиональной атмосфере. Образование, обмен опытом – это в наше время вещи незаменимые. Поэтому приглашаем вас посетить нас на выставке. Со 2 по 4 октября 12-я международная специализированная выставка и конгресс «Транспорт и логистика». Минск. Футбольный манеж.